Стройные, сильные и красивые, эти девушки имеют серьезные международные достижения. Победители и призеры чемпионатов и первенств мира по силовым видам спорта. В Ялту они съехались со всего мира, чтобы на кулаках доказать, кто на свете всех милее. Если в первый день фестиваля участницы турнира проводили спарринги и мастер-классы для других спортсменов, то ближе к финалу облачились в традиционные наряды и дефилировали по подиуму с завидной женской грацией. Мы впервые проводим международный фестиваль красоты и спорта, который посвящен признанному Дню развития и спорта, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН. Наша задача – представить максимально презентабельно наших участниц. А упали сборы? В финальной части фестиваля девушки выступили с творческими номерами. В итоге наша спортсменка Барчинай Узгенбаева победила в двух номинациях – «Мисс фотогеничность» и «Мисс душа компании». Но победителем соревнования «Спорт краса 2019» стала представительница Чеченской республики Анна Янц, инструктор университета спецназа. У меня была очень большая, очень надежная команда. Все, что мы делаем в нашей организации, в Российском университете спецназа, мы никогда не делаем в одиночку. Мы большая семья, и мы всегда поддерживаем друг друга. Кроме этого, меня поддерживала вся Чеченская республика. Организаторы мероприятия обещают, что и в следующем году проведут фестиваль, посвященный красоте и спорту.